Годзилла и Конг. Новая империя. Русский трейлер полноценный. Следующей части. И в этой части Конг и Годзилла наконец-то объединятся. Будут против кого-то сражаться. Интересно, что там придумали создатели. Потому что вообще в лоре Годзиллы, насколько я знаю, ну, конкретно японское, понятное дело, но там самый опасный и самый сильный монстр это была всегда Гидора. Это трехголовый дракон, которого заебашило такие Годзиллы. А, по-моему, в прошлой части. Погнали. Землетряс. В течение всей истории мы считали, что жизнь существует только на поверхности нашей планеты. Пустая земля, или не так, полая земля, да. Насчет чего еще мы ошибались? В следующем году. Ну, полая земля это охуенное место. Локация. У этого мира больше тайн, чем мы можем себе представить. Малыш. Что это такое? Там конги живут. О, нихуя себе. Что это такое? Дэвид Хейлер. Легион, короче, ну из Легиона. Я забыл, как актера звать. Это не Конг. Кто это сделал? Конг не справится один. Он не будет один. Да, конечно же, наш ебака Годзилла вернется. А с кем, интересно, они будут сражаться, пока непонятно. Я сомневаюсь, что с кланом Конга, потому что они там были где-то там круги. Ну или нет, не, вот здесь вот это не они. Это вот не конги, а другие. Похоже на них просто. Конг не справится один. Он не будет один. Да. Розовое свечение, когда посмотрел Барби, да? Но новый цвет интересный у Годзиллы. Вот жира. Ну да, вот. Племя Конгов есть. О, новое дыхание. Далее. О-хо-хо-хо-хо. Хорош. Мне кажется, они ведут нас по ложному пути. Это трейлер создатели в этом трейлере. Сейчас тут еще не все. Объясню, о чем я. Это что, мини-конг? Ага. Ах, ребеночек, да. Мне кажется, они намекают, что типа Годзилла и Конг будут сражаться с племенем Конгов, ну, короче, с другими гигантскими гориллами. Но они скрывают на самом деле реального врага. Пока что скрывают ихнего. Тут был момент в городе. Это здесь.
Нет. Конг вылазит, и Годзилла около, в Египте, короче, около пирамид вылазит. И где-то было в городе. Вот. 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 Какая-то херня. Кристальная или что это? Или как это? Ножка, короче, чья-то. Вот это враг, скорее всего, будет новый. А я не верю, что будут сражаться с племенем Конгов. Годзилла и Конг. Ну, еще раз посмотрим, как они бегут. Хорош. Еще выдали Конгу перчатку. Как раз тут наколупает Конг камней бесконечности. Боевую перчатку. Хорошо. Ждем. О, реакция обязательно будет у меня на буфте. Вот. Там же скоро посмотрю, когда выйдет Годзилла минус один. По-моему, еще выходила какая-то Годзилла тоже японская до этого. Надо ее тоже глянуть будет. Плюс у меня еще хочется посмотреть анимационные Годзиллы. Там есть такая серия анимационных фильмов японская. Заценим. В общем, много чего хочется заценить. Хорошо, ждем Годзиллу и Конга Новую Империю в следующем году. А у меня есть Бусти. Я веду реакционные стримы на Твиче, Гудгейме, ВКплее. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Всем пока.